Возвращение медведя Валерунчика. Круто, круто. И что самое главное, я давно слежу за вот этой мадамой маленькой. Она сама дома, ее родители уехали уже давно куда-то в отпуск и оставили ее одну дома. И как я знаю, у нее скоро день рождения. А мне как раз таки надо найти потенциальную жертву, с помощью которой я мед смогу получить. Мед! Так, все, успокойся, успокойся. Скоро будет мед, скоро. Так, мне надо придумать план, как забраться к ней домой. Она еще маленькая, она еще такая неумненькая, можно так сказать. Да, у нее скоро день рождения. А если я заберусь в коробку и предоставлю это все, как будто я ее подарок на день рождения. Она заберет меня к себе домой, и вот тогда начнется веселье, и мед тоже начнется. Так, хорошо, надо сейчас будет что-то придумать. Так, коробка, где коробка? Кто дверь звонит? Кто-то дверь звонит? Зайчики, пришел подарок, ура! Подарок! Это мама, наверное, приехала. Мама, наверное, так, дверь, так, давай открывайся. Нифига себе, подарочек! У Женечки нравится. Офигеть, офигеть. Кто? Какая это игрушка? Ты мягкая игрушка? Ой, как тебя так... Офигеть, ты какой-то еще и липкий весь, какой прикольно, прикольно. А от кого это? Так, а ну иди сюда, давай. Выползай отсюда в мою комнату, быстрее. Ой, какой ты хорошенький такой плюшевый. Бум-бум-бум-бум-бум. Так, ты мой мишка, будешь стоять вот тут. Вот, в принципе, очень даже красиво смотришься. Так, ну какая все красивая. Я не могу, какая я красавица вообще. Ой... Так, ты что, Железный Мишка? Где он? Куда пропал? Железный Мишка! Ты где? Железный Мишка, куда? Куда? Мишка? Ты что, живой? Как живой? Как? Ты живой, Мишка! Офигеть, это такой подарок! Ты, видимо, на пульте управления, да? А где у тебя батарейки вставляются? Он что, видимо, поломался ты, Мишка? Ты, подожди, я батарея... Подожди! Мишка! Мишка, ты что, живой? Да че сюда, ты что ты ко мне пристал, а? Мёд дай! Я тут... Мёда нет! Да какой ваш ты? Да подожди, а зачем я вообще сюда приходил, если у вас дома мёда нету, а? Хоть бы предупредили. Да, у нас мёда нету мёда. Подожди, ты игрушка, ты живая игрушка. Всё, коту под хвост, ладно, я пошёл, да, что мёда у вас нет. Подожди. А как тебя зовут-то, Валерунчик, Валерка. Валеруак, да, Валерка. То есть ты Мишка, Валерка, да? Да. Ура, мы будем с тобой лучшими друзьями. Пойдем ко мне в комнату, я тебе покажу своих Барби. Пойдем. Да мне мед покажи. А тут, кстати, в вазе-то нету меда. Дай вазу! Вазу дай! Это мамина ваза, не трогай ее. Зачем я тогда вот это все сюда проходила, если у вас дома меда нету? Да ты же мой подарок. Пойдем. Пойдем в мою комнату. А мой мед будет мед. А у меня нету. Я просто без меда в руках себя не могу держать. Не могу себя в руках держать, понимаешь, без меда. А, ну да, ты же Мишка. Но у меня нету меда. Что делать? Ну мы можем поиграть вот с этим моим тигренком. Вот с этим, да? Вот с этим. Каким? Это мой котик, это Барсик! Нет, это Барсик! Барсик! Мед! Извини, я без меда в руках себя держать не могу без меда, не могу просто. Это мой котик, ты что делаешь? Мама наругает, мама убьет! Ты кота моего грохнул! Какая убьет? Ничего не убьет его. А как тебя-то же зовут? У меня такой вопрос. Женечка меня зовут. Ты что, девочка? Да, я девочка. Страшно, я думаю, там... Хорошо, смысле страшно! Да нет, у тебя, все впереди, у тебя просто сейчас переходной возраст, поэтому ты такая, ну, больше на мужика. Вот такие штучки. Какие штучки есть? Какие штучки? Ну ты посмотри. Глаза, рот, какие-то уши. Ну да. Ой, не понимаешь ты ничего, Мишка? Да я ж не понимаю, я Мишка, что я должен понимать, какие штучки? Так, девка! Мишка, ты куда? Пойдем играть в Барби! Я за медом! Машина, куда ты? Да я за медом! А, не понял! Мишка! Да
чё такое? Мишка, это папина машина, ты чё творишь? Да, конечно, ты... извини, но ты... Дурак, у тебя папа мёд домой не купил. Вот будь ему наказание. Так. Какой мёд? В смысле? Мишка, ты чё творишь? Ты чё вообще делаешь? Барсик прикольный такой, да, лежит. Ты издеваешься, это труп Барсика, он мёртвый. Да всё, народ. Так, ты, Бакса, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Погоди, иди сюда, иди сюда, сюда, иди сюда. Вот тут Барсик был, тут Барсик был. Так. Да, тут Барсик был. А что у тебя тут ещё? Так, а тут у тебя что такое? Это папино ружьё. Не, он сказал не трогать это ружьё. Мишка, не надо. Это! Мишка, ну ты... Мишка, ты что делаешь, Мишка? Так, короче, сюда. Сядь! Села. Да, присядем. Я своя игрушка, мне надо слушаться. Только... Никому не говорите, что я живой, да? Это... Ну подожди, это будет наш секрет, понимаешь? Ты котика убил, Мишка. Так! Слушай сюда. Понимаешь, хорошим быть не круто. Вот ты всю жизнь хорошая, типа там уроки делаешь, там правильное питание, бла-бла-бла-бла-бла. А мёд надо, понимаешь, мёд, он такой вкусный мёд, понимаешь? Так он же калорийный, он да, как какая бы сладкий. Разница? Да ты понимаешь, мы один раз живём, один раз, понимаешь? Не надо быть хорошим, хорошим быть плохо. А да вот... ты и так толстый, какой тебе мёд? Да какая разница? Я плохой, а плохим быть круто, понимаешь? А мама говорила, что плохим быть плохо. Да мама твоя вообще ничего не шарит. Вот ты меня слушайся. А ты... как это быть плохим? А, вот видела Барсика, я его столкнул. Вот это быть плохим. Видела машину, я ее разбил. Тебя надо столкнуть, да? Хорошо. Нет, я твой учитель. Вот смотри, хорошо, я тебе сейчас приведу урок, в смысле. Видишь, вот папиное ружье, да? Папиное ружье. Да. Видишь птичку на дереве? Это птички, они же живые птички. Да. Ты что творишь? Да какие? Да когда были живыми птички, больше не будут птички живыми. Да чёрт, я конечно стрелять не очень так умею, потому что я медведь. Я заметил, ты стреляй как-то. Ну вот, да чёрт, что такое? Да не могу попасть. Ну вот ты конечно. Давай попробуй. Смотри. Давай. Вот это я называю быть плохим. Смотри, меня папа учил, смотри, вот так вот, панч. Ну почти, панч. Да чё ты тупишь? Я не умею твоим стрелять. Да чё ты тупишь? А ну, подожди, а если я тебе под ноги стрельну? А ну, потанцуешь? А ну, давай, потанцуй. Опа! Не надо! Я же твоя ученица, мы же в банке! Да, ну урок! Да, под ноги! Опа! Нет! Подожди, как тут у вас спутиться можно? Подожди, Ой, молодец, Мишка! Да руку ты подай, не могу вылезти! Давай! Всё, спасибо. Вот, ага. Ты поняла, как быть плохой, вот, плохой да, быть мы будем... Слышишь, Мишка, да, ты мёд хотел? Да! Мёд! Пойдём за мной, пойдём! Быстрее сюда! А куда? Сюда, быстрее, за мной! А чё? Сюда! А чё ты хочешь? Давай, сюда! Чё? Так. Мёд где-то есть? Где? Подожди, иди сюда, Мишка! Да иду я! А чё-то ты? Ты мне план расскажи, что ты вообще задумала? Смотри, тут живет бабка Зина, короче. Ну и что дальше? А у бабки Зины очень много пчел. А знаешь, что это значит? Мёд? Мёд? У неё мёд есть? Да, мёд! Так! А бабка, у него собака там вообще злая, к ней подходить нельзя, я, наверное, не получится. Ладно, плохой план, Да не, ружьё-то у нас есть. Иди сюда. Ты что, хочешь бабку грохнуть? Не, бабка старенькая. Подожди, а у бабки дедушка есть, дедуля, или она сама живет? Да вроде сама. А, ну это вообще хорошо. С собакой мы справимся, иди сюда. Вот будет для тебя урок, иди сюда. Так, где собака? Подожди. Вот собака. А, иди сюда, держи. На. Как я тебя учил стрелять, только ты попадай. Собаку? Собаку. Ты уверен, что никак нельзя ее обойти? Это хорошая собака. Да она хорош, но ты ее не убьешь, не переживай, она просто вырубится. Это просто, ну, так обезболивающие пули. То есть ты ее не убьешь. А может на тебе начали? Не-не-не-не-не-не, ну как на мне? Ну я же твой учитель, как бы. Понимаешь? Ну они же обезболивающие, больно. Да, но мне как бы и так не больно, ты со мной все нормально. Давай, а то мед ждет, понимаешь, мед пропадет. А!
Не попал, могу попасть! Убила! Вот молодец, молодец. Быстрее, молодец. Проходи, пока я очнулась, я держу обезболивающую, ты же сам говорил, быстрее, быстрее, быстрее. Да, она не скоро очнется, в следующей жизни. Так, тихо! Тихо, иди. В следующей жизни? Да, все нормально, все, ну завтра я имею в виду, тихо там, не шутка. Да, да. А бабулька вообще слышит хорошо? Дай оружие. Да, оружие отдай мне, девочке не надо оружие с собой носить. Так. Я у бабки была только один раз. Да стой тут на шухере, я еще прочекаю. Так, тут, так. Где на шухере? Да то вот где-то там стой, так тут ничего. Мишка, она только ничего за это не будет. Да ничего не будет, не переживай. Ты уверен? Кто желейного мешку в тюрягу? Ой, а может мы бабку утюгом грохнем? Ты ж дурная, обставь бабку в покое. Собаку я понимаю, а вот бабку оставь в покое. Так! Ты что, меня обманула? Нету никакого меда тут! А так я тебе говорил! Так мед не тут, он там наверху! А бабка где? Я не знаю. Наверное, тоже наверху. Так, предупредила меня, паскуда. Так, иди сюда, давай. Так я откуда знала так, вообще? Бабку не будем бить, бабку не надо бить. Да, хорошо, хорошо. Так, блин, вот тут. Ты понимаешь, бабка вообще... А чё она выключила телевизор в это вообще? А она вообще сумасшедшая. Бабка Зина давно поехала разумом. А может она глухая? Да может она не глухая. Да ты подожди, иди сюда. Да я подожди. Ты хаян, блин, мёд. Да что ты делаешь? Бабка сейчас узнает. Вот у меня мёд. Всё, пойдём домой, да? Подожди. Куда ты бабку убил? Ты бабку грохнул, ты что делаешь? Твою мать! Это забирай оружие, забирай оружие, все там уже твои отпечатки пальцев. Пошли. Смотри, да все, все, все будет, да, все будет, да, оставь мне тура, все. Так, что быстрее, да, быстро! Собака! Нормально, зато мед есть мед! Да все будет нормально, грядущая! Главное сейчас спрятаться где-то, все будет нормально! Двери! И тут закрывай, давай, быстро! Куда? Я не знаю, давай наверх где-то. Гараж! Гараж! Быстрее в гараж! Дверь закройте уже его! Ну тут одна проблемка, мед-то один, а нас двое. Ну ты ешь, я не буду, я не люблю мед. Ну ты заслужила, ты хорошо. Половина мой мед, вот половинка вот это всего, это мой. Я не хочу, да, я толстой буду, не хочу. Мед, я сейчас сказал! Ладно. Да я тот. Я не могу, он такой сладкий. Он вкусный, он вкусный, там витаминов много, давай. Ты уверен? Да, даже жри, не разговаривай. Я не могу. Мишка, мне кажется, юбка мне стала маленько мала. Да все нормально, не парься. Ладно. Но это еще не конец, Женька. Это еще не конец. Это не конец. А что мы будем еще делать? Нас впереди ждут большие дела, большие. Мы станем завоевателями всего меда в мире, понимаешь? Меда. И ты главное, никому не рассказывай то, что я живу. Это будет наша тайна. Я обычная игру. Мама приедет только в конце лета, как бы, пока каникулы мы можем. Да, у нас все еще получится с тобой. Я не все будет. Сейчас надо отдохнуть после меда. А то вторая порция ждет. Давай, отдохнем.